Здесь табличка, которая указывает, что это улица Комиссарова. Вот она идет туда и обратно. В сторону здесь вот дом, облицованный ангашлагским покушечником. Здесь вот табличка тоже установлена. Лауреат государственной премии Казахской ССР Сенбеков Тюлютай Касенович. Вот тут кто-то призывает болей за карагандинский футбол. И вот эта улица. Эта улица названа в честь бортового стрелка Александра Комиссарова, который вместе с Нуркеном Абдировым находился в самолете, когда самолет был подбит и загорелся. И так как Нуркен Абдиров был командиром самолета, он приказал Комиссарову прыгать. Парашюты у них были, но Комиссаров не стал прыгать, остался. Ну, наверное, думаю, шанс какой-то на выживание был. Хотя сложно это как-то вот определенно говорить, потому что там в это время все кишело техникой вражеской. Там были расположения позиции врага, то есть немецко-фашистских захватчиков. И сложно сказать, какие были шансы у него на выживание, у Комиссарова. Здесь Комиссарова 10, да? Ну, это новое здание. Вот тот самый дом. Видите, такой карагач. Это именно карагач. Такой толстый. Это означает, что он давно растет. Лет ему, наверное, где-то 40, если не больше. Вот Комиссаров остался и разделил судьбу Нуркена Абдирова. Погиб с ним вместе во взрыве той огромной цистерны, которая уничтожила 6 танков и много другой техники врага. И улицы, они лежат параллельно друг другу. Всего лишь один квартал их разделяет. Вот они разделили мою смерть, приняли вместе. И улицы с их названиями, они лежат рядом, параллельно. Всего лишь один квартал, и то там. Квартал назвать сложно, это полквартал. Это буквально там один дом. Ну и вот вдоль стоят дома. Между этими вдоль стоящими домами их разделяет всего лишь один дом. Это, ну, фактически это можно даже сказать полквартала или четверть квартала.